День воспитателей и всех дошкольных работников в Ульяновске прошло несколько торжественных мероприятий. Ключевым стала встреча сотрудников отрасли и презентация новейших методик детского дошкольного развития. По словам заместителя директора Департамента общего образования Министерства образования и науки Ульяновской области Натальи Козловой, в методику большинства дошкольных учреждений уже внедрены программы профориентации. Начиная со второго полугодия, со среднего возраста, старшего подготовительного, где мы знакомим детей с элементарными знаниями. И в музее они подчеркивают всю остальную информацию. Также у нас есть видеоматериалы, которые вот нам завод «Авиастар» предоставил. Это видеатуры. То есть мы можем виртуально проходить по всем цехам. Так, например, в детском саду номер 221 ребята уже с 4 лет осваивают профессии авиационной отрасли. В 2011 году на базе учреждения был создан музей гражданской авиации, где представлены различные детско-родительские проекты, макеты, рисунки самолетов и другие занимательные для детей материалы. В настоящее время есть ряд пилотных учреждений, которые определены, они работают на территории города Ульяновска в различных темах по ранней профориентации, по ознакомлению дошкольников старшего дошкольного возраста с различными профессиями. Сегодня в регионе подготовка высококвалифицированных кадров стоит в приоритете. По мнению региональных властей, ознакомление малышей с рабочими отраслями с юных лет дает детям возможность в будущем продвинуться в избранной профессии и стать достойным специалистом. Не случайно почетным гостем мероприятия стал исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Глава региона поздравил всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником и озвучил задачи, стоящие перед воспитателями. Любимое занятие детей – играть в игры. Мы с вами сейчас должны немножечко подкорректировать, чтобы они не просто играли, а хорошо знакомились с профессиями. Чтобы они не просто хорошо знакомились с профессиями, но уже и начали в себе зарождать желание быть лучше в этой профессии. Юлия Дегтярева, Лилиана Рахматуллина, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.